Ловля на снасть бывает интересная вещь. И вот как раз катушечка инерционная, колесико Нельма, оно позволяет очень легко сделать этот прием. Когда можно блесну закинуть, а потом постепенно по течению отпуская ее дальше, дальше, дальше. Вот. И так далее. Вот она позволяет и в глубину ее отпустить, или приподнять, когда надо. С бинарционной катушечкой. Такую штуку сделать весьма затруднительно. С мультом тоже. И с мультом тоже. Я пробовал с мультом, тяжело. Тут же одним пальцем всегда работаешь. Вот это тоже одно из преимуществ вот такой катушки, как Нельма, то есть инерционной катушки. Самое главное, при отпуске блесна работает очень хорошо. На падении, когда отпускаешь, это действительно... Ну, вот здесь вот это вот между бревнышками, здесь как раз вот почти что ловлю. Ну, в данном случае там вот зацепов, конечно, много тут у него. Бревен там и внизу уложено множество. Но здесь не очень глубоко, поэтому это не совсем ловля в отвес здесь получается. Это примерно то же самое, только более ответственная ловля на снос по течению блесны. Видите, она все дальше и дальше удаляется, и мы катушечкой ее отпускаем, отпускаем чуть подальше. Позволяет такую вот обратную как бы проводку сделать. Вот. В принципе, можно тут хоть метров, ну не знаю на сколько, на 30, ну, если на 40. Течение и глубина, в данном случае то глубины не очень много, поэтому слишком не разбежишься, но тем не менее, вот она, видите, проводка проходит такая вот на снос, и на падении блесна работает, и на подтяжке. Такой джиг обратный, обратный получается, да. В принципе, еще проводочку можно и регулировать, можно блесну отпускать. Хотя можно вот закинуть и сделать проводку практически такую. Но они отличаются друг от друга. Блесна себя ведет по-разному. Иногда вот шок реагирует, может быть, на такую лучшую проводку. Поэтому катушка инерционная, ну и хорошая, конечно, спиннинговое удилище. В частности, вот как волжанка, надо сказать, на удивление, очень хорошее удилище, добротное сделаю. Это приятно. Отечественный производитель. Позволяет вот сделать как раз разнообразную проводку. И с очень тонкими, так сказать, отличиями, хотя бы казалось похожими, но отличия есть тонкие. Иногда они срабатывают. И вот катушечка такая инерционная, она это сделать позволяет. И колебалка, конечно, блесна колебалочка. Да нет, и джигом. Ну, джиг не так немножко. Вот колебалку ведь, когда отпускаешь, можно ее просто удилище вниз спустил, и она сама по себе падает. Да, можно да, чуть-чуть ее придержать, то есть она будет в натяжку. Игра уже меняется вот, в случае, сразу. Как сейчас. Вот. Она, здесь и проводка, и отпуск, планирование происходит в течение. Да, можно то чуть-чуть. Есть, ничего не меняя, по сути. Если надо, можно и отпустить. Можно, если нужно, взять и подмотать немножко. Вот. Причем позволяет подмотать, вот выдвинул, и по одним пальцем просто укоротил ее. Ничего больше не делая. Не переключая, не переставляя, не перехватывая в другую руку и второй рукой. Вот она позволяет укоротить, там уже дно задевает. Укоротили немножко, и уже можно снова работать. Универсальная катушка. Борзель Петрович Щукин. Третий подряд им за год. Ну, интересно, хорошо на этой течке-то их ловить, а. Ну, а ты здесь даже и ловишь, Петрович. Межбревнышко прошла ко дну. Нашел щелку, да? Не точно тут, если где-то сбоку услышит, подойдет. Даст хорошо щучки, иногда бревнышко хорошее бывает.
задумываясь, зацеп, потому что сразу не давая ей никакой воли и ни свободы. Вот для этого надо вот такие удилища. Вот. Вроде вот это удилище Волжанка комби с хорошим тестом, надежный, крепкий, чтобы сразу вытащить оттуда с глубины, из коряк любую щуку. Ну, как любую. Ну, там хотя бы 2-3 килограмма. Что больше сказать, тут трудно, как можно получиться. Да, да уж тут, да. Ну, ладно, да. Хотя это... хотелось бы попробовать. Расстояние небольшое, течение быстрое довольно-таки. Да, и, кстати, вот спинги мы наконец-то нашли, подходящие по размеру, по длине и по тесту. Это вот наш отечественный производитель Волжанка. Вот у нас есть два спиннинга разные. В частности, вот это вот Волжанка комби с изменяемой длиной. Хороший тест, довольно мощное удилище оно. Наполовину оно графитовое, и часть там графитовая, и часть сделана из стекловолокна, более гибкая. Довольно удачное решение это. И, в общем, нас удовлетворяет вот эти вот. По нашим-то условиям. Да, по нашим условиям. Вот эти спиннинги сделаны Волжанкой, фирмой Волжанка. Хотя долго, надо сказать, мы искали, пытались найти что-то такое, чтобы было полегче, поудобнее нашего испытанного крокодила, вот, тяжеленного. А это вот легкое, удобное спиннинговое удилище. Оно позволяет здесь применять любые приманки, в том числе даже джерки мы вот тоже применяли. Их пробовали. Щука реагирует. Но пока мы их еще, так сказать, много какой-то рыбалки длинной, специальной на джерк не делали, позволяет управлять этими приманками легко. Да и нашими вот тяжелыми блёснами, которые мы иногда применяем, тоже это удобно делать. И не только тяжелыми, да, Петрович, ну, и воблерами. Вот это вот, так как ее называют, циклоп, что ли, блесна, хотя названия нет на ней. Она не очень тяжелая, но удачная, хорошую игру имеет. И форму, видите, вот такая. Вот. Довольно удачное решение этих блесен. К сожалению, что-то их не часто в магазинах бывают. Ты обидел меня, Петрович. А? Обидел меня. А, ну твои, ну те, да, блесна, вот мы их, честно говоря, тут их у нас мало уже осталось, мы так жалеем их, чтобы не поторвать пока вот, да. Вот. Может быть, на осень оставим, там, когда щука пойдет и покрупнее. И... У нас так мы говорим, то, что вот здесь у нас способ проводки, он, по сути, классический, равномерный, может быть, с небольшими там. А вот блесенка иногда раз, и штопор выворачивается, начинает крутиться, это, наверное... Да дело в том, что колеблющаяся блесна, вот, она чем и хороша, по-моему, что она позволяет проводить таким образом ее, что она может и быть как чисто колеблющая блесна, и в то же время побыстрее на быстром течении она превращается, по сути, во вращающуюся. Это нисколько не ухудшает ее показатели при ловле. Щука отлично реагирует точно так же, и когда она крутится, и когда просто падает, планирует на глубине. Вот. Это не беда. Но она вот позволяет ей управлять разные игру. Во всяком случае, это такой блесны колеблющийся использует. Это удобная штука. Петрович, а что ты с них воду-то выливаешь, а? Все время раз. Ну вот, целый стакан воды, весь будет в лодке. Вроде неохота. Вот. Ну, он, видишь, щучка тут грамм 900 так. Опять по тому же сучку.
небольшая щучка. Третий раз взяла. С третьего раза попалась. Ну. А как небольшая это, а? Петрович? Ты желтую блесну покажи. О, о, ядовит. Грузия, грузия. Почему она не хочет? Что-то, видимо, уже наелась. А чего она может? Мы не умеем ее соблазнить как следует. Рыбку взять. Пытаемся вот такой ядовито-зеленый цвет. Желтый. Да уж. Ей на этот цвет, наверное. Да. Глубоко, глубоко. Да, вот в прошлый раз у нас тут несколько выскакивало, сейчас только вот одна тюкнула, да? Да. Ну, раз тюкнула, не взяла, раз не видели, Петрович, ну, кило три. Да, уж если так. Угу. Если бы взяла, 500 бы грамм было, а так три. Так три, да. Слушай, подруга, цепь вис. Воду опять вылил, да? Ага. Да, в стакану-то мы с тобой тут уже... Стаканов сегодня сколько? 25, наверное, да? Да, воды вот набрали бы. Да.